Загадочное исчезновение владелицы ателье. В 2005 году Авдеева решилась заняться перепродажей недвижимости на любительском уровне. Кредиты, долги и аферы с недвижимостью. Так и назывались спекулятивные сделки. Покушение на убийство. И когда она садилась в машину, в это время кто-то ударил ее по голове. Шерше ля фам, ищите женщин, потому что все основные участники этой криминальной истории – дамы с крутым нравом. Все подробности прямо сейчас в остросюжетном детективе «Было дело 2000-е». В тот вечер 16 октября 2007 года подруга и постоянная клиентка Елены Демилин Ржанова заметно нервничала. Всегда пунктуальная владелица небольшого ателье по пошиву одежды Авдеева впервые подвела ее с выполнением заказа. Демилин тщетно пыталась дозвониться подруге. Трубку домашнего телефона Елена не брала, а ее сотовый был вне зоны. Нуржанову это насторожило, и она решила съездить к Авдеевой домой. У нее были причины волноваться за подругу. Тридцатисемилетняя Елена Авдеева в одиночку растила сына-подростка. Мечтала дать своему ребенку хорошее образование, поэтому искала различные способы заработать больше. Ателье, в котором числилось до десятка работников, приносило мизерный доход. Елена подрабатывала продажей косметики в сетевом маркетинге, но серьезных денег это также не приносило. В 2005 году Авдеева решилась заняться перепродажей недвижимости на любительском уровне. Эти спекулятивные, их так и называли спекулятивные сделки, когда человек приобретал не для жизни, не для сдачи в аренду, он покупал непосредственно для перепродажи, потому что через 2-3 месяца можно было перепродать эту квартиру совершенно по другим деньгам, и прибыль была немаленькой. Ближе к 2007 году, конечно, цены уже просто зашкаливали. То есть это был период времени, когда та же однокомнатная квартира, которая несколько лет назад стоила около 30 тысяч долларов, ее можно было за 120 продать. Это трехкомнатная обычная квартира в районе ВДНХ могла стоить, обычная имеется в виду, примерно площадь у нее там на уровне 60 квадратных метров, с кухней 6 квадратов, да, панельный дом. То есть такие квартиры могли стоить на уровне 160 тысяч долларов. С помощью кредитов в банках и микрокредитных организациях Елене Авдеевой удалось провернуть несколько удачных сделок. Женщина даже смогла купить на вырученные деньги квартиру для себя и своего 16-летнего сына Ростислава. И, наконец, съехать от пожилых родителей. Но на этом бизнес-везение начинающего риэлтора закончилось. Елена потеряла бдительность, и в двух последних ее сделках обнаружилась откровенно проблемная недвижимость. Авдеева запуталась в долгах, а 16 октября 2007 года пропала. В августе 2007 в Казахстане начался кризис ипотечного кредитования. Как следствие, уже к октябрю происходит падение рынка вторичного жилья практически на 10%. Следом резко снижаются продажи и на первичном рынке. В ноябре выясняется, что в падении спроса на жилье виноваты банки второго уровня, которые отказываются выдавать населению кредиты под ипотеку на прежних условиях под 10-12% годовых. В СМИ появляется информация о гигантском банковском долге, который необходимо погасить до конца 2008 года. Чтобы подавить ненужные слухи, правительство выделяет 4 миллиарда долларов США для завершения строительства жилищных объектов в Астане, на поддержку малого и среднего бизнеса, а также для рефинансирования индустриальных и инфраструктурных объектов. Из показаний свидетельницы Нуржановой. Около 23:00 часов мне позвонила мать Елены Авдеевой и сообщила, что они не могут найти ее. Я сказала, что тоже не могу дозвониться Елене, и в ее квартире мне никто не открыл. Когда я спросила, не пошла ли она на встречу с риэлтором, мать ответила, что она не в курсе этих проблем с квартирой. С тех пор я Елену нигде не видела и по телефону с ней не разговаривала. Всю ночь родители Елены обзванивали ее подруг, ведь дочь обещала вечером принести отцу подшитую куртку и остаться у них ночевать. Если бы у нее изменились планы, Елена обязательно сообщила бы.
Алло, больница? Авдеева Елена Степановна. Да-да, Авдеева. В больницах и моргах Алматы женщин, похожих на их дочь, также не было. На утро родители Елены решили обратиться в полицию. Ну, раньше как бы был такой стандарт, наверное, да, процедуры. Людям давали время подождать. Ну, естественно, сначала по личности. Уходил, не уходил. Бывали ли случаи, что пропадал. Если у человека бывало такое, то говорит, давайте подождем. Ну, может быть, какие-то другие там... Может быть, просто захотел побыть один. Сейчас тоже такое бывает. Он просто отключается. Человек устав, истощен, да, и хочет побыть один. Бывает и такое. Я, говорит, просто гостиницу снял, хотел выспаться. Но не пришла она ночевать. Она же у вас взрослая, а вы сразу в панику. В полиции не спешили открывать разыскное дело по факту исчезновения Елены Авдеевой. Сотрудник не видел причин для беспокойства, ведь еще не прошло положенных по протоколу 3 суток. На помощь родителям пришла подруга их дочери, Дамили Нуржанова. С Леной точно случилось что-то нехорошее. Я в этом уверена. Нуржанова рассказала о серьезных проблемах, с которыми столкнулась подруга, занимаясь перепродажей недвижимости. Елена запуталась в долгах. Друзья и знакомые уже отказывались одалживать ей деньги. Зато активизировались кредиторы. Елену преследовали и даже угрожали расправой. Благо, она не успела сесть в машину. Из показаний свидетельницы Нуржановой. Домой к Елене приходили 2 странных молодых человека, которые представились сотрудниками ОЭЗовского РУВД. Сказали, что якобы расследуют дело по девушке, которую назвала этот адрес. Попросили написать объяснительную. Елена написала, что проживает в квартире одна и такую девушку не знает. Через несколько дней эти двое пришли вновь, якобы переписать объяснительную. Елену эти визиты серьезно напугали. Дело в том, что, совершая предыдущие успешные сделки, Елена Авдеева пользовалась не только кредитными деньгами. Она брала средства и у своих знакомых, в частности, у некой УМИД ее сожителя Олега. Пара помогала Елене подыскивать квартиры для перепродажи и получала проценты от сделок. УМИД свела Елену с бывшим риэлтором Розой, которая, в свою очередь, познакомила с директором агентства по недвижимости Тамарой Карпухиной. Та предложила купить по очень выгодным ценам 2-комнатную квартиру и частный дом. Елена увидела в новой сделке шанс не только рассчитаться с долгами, но и хорошо заработать. В то время рынок жилья в Алматы уже был нестабилен, и Елена решила не упускать выгодный вариант. Будучи добросовестной клиенткой одной из ипотечных компаний, Елена уговорила замдиректора Земфиру Ибрагимову выдать ей 285 тысяч долларов США под залог новоприобретенного жилья. К середине 2007 года рынок недвижимости окончательно замер. Елена поняла, ей надо срочно сбывать последнее приобретение, выгодное, как ей тогда казалось. Но, попытавшись продать квартиру, с ужасом обнаружила, что сделка оказалась незаконной, а доверенность на продажу липовой. Предыдущие хозяева не собирались продавать квартиру. Выходит, ее просто развели. При этом все ее кредиторы разом стали требовать вернуть деньги. Все-таки для того, чтобы проводить такую деятельность, риэлторскую с людьми, необходимо иметь образование. Не только, допустим, какое-то образование, финансовое образование. Человек должен разбираться в недвижимости, в том, что строится, как оно строится, соблюдены ли были все нормы по строительству даже тех же самых объектов. Да? Юридические знания обязательно необходимы, чтобы проверить, чтобы недвижимость была чистая, не было никаких проблем. Риэлторы-однодневки, они этой информацией очень мало владеют, потому что если недвижимость не проведена и возникают какие-то проблемы, даже по какому-либо наследству, что там наследники появились, недвижимость не проверили, человек запросто мог просто потерять деньги. Тамара уже который день трубку не берет. Прячется. Елена жаловалась подруге. Директор агентства Тамара Карпухина, что продавала ей проблемную недвижимость, сначала обещала решить этот вопрос, а потом стала хамить и избегать встреч с нею. Сейчас, секундляйте, займите. Алло? Да, Земфира? В конце октября
Да, точно, клиенты уже нашлись. В конце октября. Тем временем донимала Елену постоянными звонками и Земфира Ибрагимова. Это у нее Авдеева взяла доллары под залог на покупку квартиры и дома, которые в итоге оказались проблемными. Замдиректора ипотечной компании требовала погасить кредит. А недавно к ней в ателье приходил Олег, тот, что помогал деньгами и связями. Требовал вернуть долги и предлагал продать ее собственную квартиру. Она боится его, призналась Елена, ведь он бывший сотрудник КНБ. Женщина была в отчаянии, но было и еще кое-что, о чем Елена поведала подруге. Было покушение на нее, вышла она рано из дома, 7:30, что ли, утра. На площадке стоял парень. Она очень удивилась, что в такое раннее время стоит какой-то парень. Она спустилась вниз, и когда она садилась в машину, в это время кто-то ударил ее по голове. Но она подумала, что это просто хотели ее ограбить, но какая-то женщина спугнула. Разыскное дело по факту исчезновения Елены Авдеевой было открыто. Однако оперативно-следственная группа не слишком торопилась с поиском пропавшей. На тот момент, в качестве основной, рассматривалась версия, что Елена умышленно скрывается от кредиторов. Ее родители знают об этом, но молчат. Но уже через 6 дней на стоянке возле супермаркета «Юбилейный» была обнаружена машина пропавшей Елены Авдеевой. Неужели похищение или таким способом кредиторы пытаются выбить долги? Я сам работал по магазинам похищения. Как долго будут длиться поиски пропавшей Елены и стоит ли вообще ее искать? Следователи были уверены, что родственники знают, где она, только не хотят говорить. И чем заинтересовала сыщиков ипотечная компания, выдавшая крупную сумму Авдеевой? Для тех, кто пользовался их услугами, это были большие риски. Обо всем этом вы узнаете буквально через несколько минут в остросюжетном документальном детективе «Было дело 2000-е». Краткое содержание. Осенью 2007 года внезапно исчезает владелица небольшого ателье Елена Авдеева. Подруга пропавшей сообщает, что Елена занималась перепродажей квартир и погрязла в долгах. Последняя недвижимость, приобретенная Авдеевой, оказалась откровенно проблемной. При этом кредиторы преследуют Елену, требуя возврата денег. На нее даже совершается нападение. В полиции считают, что должница умышленно скрывается от своих кредиторов. Однако через несколько дней находят машину Елены. Возможно, женщину похитили? Из показаний свидетельницы Торопцевой. 22 октября 2007 года мой муж проезжал по улице Гоголя и на углу улицы Абулайхана около магазина «Юбилейный» увидел машину нашей дочери. Он остановился и подошел. Машина была грязная и явно простояла там несколько дней. Все дверцы были заперты, в салоне находились вещи Елены. Муж позвонил в полицию. Приехала следственно-оперативная группа, которая произвела осмотр. Я сам работал по магазинам похищения. Если в 90-х там, ну, это реально было прям бичом, по крайней мере, в Алмате. Вот. А в 2000-х он реально спал по похищению. Ну, я вот сейчас вот иногда в сводках вот читаешь в прессе, что похитили там так. Ну, это жесткое преступление, там большие санкции, поэтому... Ну, 2000-х и 90-х – это большая разница. Я думаю, ну, если за условный, да, процент, там, пик 90-х, середина 90-х взять 100%, то в 2000-х их, ну, процентов на 70-80 уже спад пошел. Ну, это условно, опять же, может быть, даже больше, может, меньше. Тем не менее, оперативники отработали версию похищения Елены Авдеевой. Проверили знакомых Елены у МИД и Олега. Женщина готовилась к операции, ей нужны были деньги, которые она одолжила Авдеевой. Оказалось, эта пара сама настойчиво разыскивала Елену. В их телефонах обнаружили множество неотвеченных звонков на номер пропавшей как до, так и после ее исчезновения. Гораздо больше интерес у следствия вызывала ипотечная компания, выдавшая Авдеевой кредит на сумму 285 тысяч долларов. Следователи пригласили на допрос замдиректора, ту самую Земфиру Ибрагимову, с которой пропавшая регулярно имела дело. Для тех, кто пользовался их услугами, это были большие риски, потому что
я еще раз повторюсь, деятельность никем не регулировалась, она была нелицензионная деятельность, то есть если, допустим, в банках для того, чтобы какие-то финансовые услуги оказывать, нужно было взять у Нацбанка договор, да, чтобы у вас был, лицензия должна была быть от Нацбанка, КФН контролировал весь рабочий процесс. А здесь это была компания, которую, то есть каждый мог пойти открыть ТОО и предоставлять услуги, если у него была такая финансовая возможность. Поэтому, конечно, плюсы были для тех, что для людей как бы мнимый плюс был в том, что эта услуга была доступна, то есть каждый желающий мог себе пойти позволить взять ипотеку. Но здесь были сопутствующие такие большие риски. Поэтому, конечно, когда настал кризис, они столкнулись с большими проблемами. Замдиректора ипотечной компании Земфира Ибрагимова рассказала следователю, что из-за кризиса торопила Елену Авдееву вернуть залоговый кредит, выданный под двухкомнатную квартиру и частный дом. Там были какие-то проблемы с документами на квартиру? Как оказалось, и на дом тоже. Земфира сообщила, что Авдеева покупала недвижимость через агентство «Идеал» по доверенности, и только попытавшись продать квартиру, обнаружила, что право собственности на нее оспаривается в суде наследниками, а на дом в поселке вообще отсутствовали основные правоустанавливающие документы. Эти объекты ей предложила директор агентства Тамара Карпухина. И Елена обратилась к ней с требованием вернуть деньги за незаконные сделки. Но та обещала, что вот-вот будет выигран суд по квартире и завещание аннулируется. Однако все затянулось на несколько месяцев, а потом Елена исчезла. 16 октября 2007-го около 10 утра Елена Авдеева вышла из ателье и уехала на своей машине. Это зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на автомойке в этом же здании на первом этаже. Со слов Земфиры Ибрагимовой, днем Елена должна была все-таки встретиться с директором агентства «Идеал» Тамарой Карпухиной и поехать с ней за город на осмотр дома, который Карпухина хотела предложить Елене взамен проблемного дома. Из показаний свидетельницы Ибрагимовой в исчезновении Елены я подозреваю Тамару Карпухину, так как она должна была Авдеевой крупную сумму. Также, со слов подруги Елены Демелин Ржановой, мне стало известно, что Елена боялась ехать на осмотр того частного дома, так как находился далеко. Риэлторских компаний очень было много. У нас сейчас до сих пор эта деятельность никак не регулируется законом. А в то время это было вообще очень легко и просто. Не было никаких обучающих процессов, не было ОРК, как, допустим, сейчас риэлторы, да, ассоциация риэлторов Казахстана, ничего этого не было. Это только-только начинало на пике возраста, как бы, строиться, будем говорить. Поэтому компаний риэлторских было очень много. Деятельность их не регулировалась. Кто мог на этом, конечно, хорошо зарабатывал. Многие наши сейчас большие компании, которые существуют, риэлторские именно, это те компании, которые начали свою деятельность в 2006-2007 годах и смогли устоять во время кризиса. Земфира охотно рассказывала следователям все, что знала о делах своей заемщицы. Мало того, она сама решила встретиться с директором агентства по недвижимости «Идеал». И в 20-х числах октября Земфира приехала к Карпухиной в офис, чтобы спросить ее, не встречалась ли она с пропавшей. Знаете, что Елена Авдеева пропала? Карпухина отрицала факт встречи в день исчезновения Елены. Тогда Ибрагимова сообщила, что проблемные квартира и дом, приобретенные Еленой, все еще в залоге в их ипотечной компании. Это неприятно удивило, даже расстроило Карпухину. Насколько женщина знала, Елена собиралась перезанять деньги в другом месте. Также Тамара сообщила, что еще 10 числа вернула Елене 170 тысяч долларов США за жилой дом в поселке. Странно. А нам она даже проценты по кредитам не выплатила. Следователи допросили Тамару Карпухину, директор агентства по недвижимости «Идеал» вновь утверждала, что так и не встретилась с Еленой Авдеевой. Та якобы позвонила ей и в последний момент отказалась ехать на осмотр нового дома. Елена якобы перенесла встречу на другой день, но опять не появилась. На телефонные звонки и СМС Карпухиной женщина также не отвечала. Сама же Карпухина провела эти дни в офисе. Сотрудники это подтвердили.
Середина нулевых – это разгар борьбы с самозахватом земель в Алматы. Городские власти решают снести глинобитные домики, возведенные без соблюдения каких-либо законодательных и архитектурных норм. Несмотря на постановление, люди продолжают селиться и возводить все новые постройки. На тот момент только в микрорайоне Шен-Ирак проживают около 75 тысяч человек. Появляются новые районы – Бакай, Айгерим. У многих жителей документы о приватизации, как правило, сделаны за взятки. А большинство вообще живут без каких-либо документов. Шли месяцы. Розыск пропавшей Елены Авдеевой не давал никаких результатов. Наиболее вероятной все же оставалась версия о побеге Елены с целью скрыться от кредиторов. Следователи были уверены, что родственники знают, где она, только не хотят говорить. Но вот наступило 5 марта 2008 года. Пастух, проживающий в селе Байсерке Илийского района Алматинской области, случайно обнаружил в речке Теренкара, недалеко от дачного поселка Пчелка, останки тела неизвестной женщины. Итак, Авдеева нашлась мертвой. При вскрытии было установлено, что жертва получила 2 огнестрельных пулевых ранения. А кто же убийца? Мы как бы смотрим на труп, не думаем сейчас пока о преступнике, да, его половой принадлежности. Подозреваемый пишет явку с повинной, но почему эксперты опровергают его показания? Ну, здесь мотивы могут быть, в общем-то, и психологический портрет разный, да? Следствие все ближе к тому, чтобы узнать правду. Не переключайтесь, смотрите продолжение документального детектива «Было дело 2000-е» сразу после рекламы. Краткое содержание. Осенью 2007 года родители Елены Авдеевой обращаются в полицию с заявлением об исчезновении их дочери. Через несколько дней на стоянке возле супермаркета находят машину пропавшей. Следствие выясняет, что Елена занималась перепродажей квартир. На кредитные деньги Авдеева купила через агентство по недвижимости проблемные квартиру и дом. А в марте 2008 года в речке находят разложившиеся останки неизвестной женщины. Версия о несчастном случае на воде оказалась маловероятной. Ну, долго пролежавший, конечно, естественно, есть какие-то останки одежды, какие-то отличительные черты на теле, шрамы, татуировки. По зубам смотрят, да, какие-то наличия коронок, еще что-то. Ну, и потом уже экспертиза, и опять же просмотр базы пропавших без вести людей. Ну и по условиям, возможно, уже было заявление, что в этом водоеме человек утонул, но не нашли. Ну опять все как при обычном трупе, обнаружен неопознанным, ну, скажем так, или тяжело опознаваемым останках. Вскоре после обнаружения тела неизвестной женщины в реке судмедэксперты дали свое заключение. Смерть утопленницы имеет насильственный характер. При вскрытии было установлено, что жертва получила 2 огнестрельных пулевых ранения. Одна из пуль пронзила грудь несчастной и повредила левый желудочек сердца, что и стало причиной смерти. Второе ранение, верхнюю часть живота, оказалось слепым. И эксперты извлекли из тела пулю калибра 7,65. Спустя 2 недели, анализируя базу пропавших без вести, удалось установить личность убитой. Ею оказалась 37-летняя Авдеева Елена Степановна. Родители и подруга смогли опознать ее по останкам одежды, а также по серебряной цепочке с крестиком и золотому кольцу на правой руке. Из материалов уголовного дела после исчезновения Елены мы просматривали видеозапись ателье, сделанную в день ее исчезновения. Она была в джинсах синего цвета, в вязаном свитере с белым и черным геометрическим рисунком и черном плаще. Также Елена всегда носила на правой руке золотое кольцо с небольшим бриллиантом. Мы как бы смотрим на труп, не думая сейчас пока о преступнике, да, его половой принадлежности какой-то, да, но во всяком случае женщина там сразу не выходит в уме. Просто идет сбор какой-то доказательств и причин убийства. Женщина больше заказчиком может быть. Такое есть в практике. Как заказчица преступления, да. А как исполнитель,
Ну, наверное, гипотетически может, но в практике я не помню такого. Полицейские заново подняли старое уголовное дело об исчезновении Елены Авдеевой и стали детально опрашивать всех коллег, близких и знакомых убитой. Теперь выяснились новые подробности старой истории. Елена боялась директора агентства «Идеал» Тамару Карпухину и ее людей. За два дня до исчезновения Елена жаловалась подругам, что в последний раз, когда она требовала вернуть свои деньги, та накричала на нее. Более того, Карпухина всерьез угрожала, что имеет какие-то влиятельные связи в бандитских кругах, и если надо будет, с Еленой разберутся. В 2008-м масса людей, пострадавших во время ипотечного кризиса, пытаются найти справедливость. Обманутые дольщики изобретают все новые формы протеста. Митинги едва ли не каждый день, голодовки регулярно, требования одно – или жилье, или деньги обратно. Мы вынуждены уже на самые крайние меры, вплоть до самосожжения, перекрыть дороги и голодовку. Вот это больше ничего не остается. Вчерашние предприниматели, не способные платить банкам за ипотеку, по-деловому быстро создают собственный союз. И с лозунгом «Оставим народу жилье» пикетируют крупнейшие банки. О движении «Оставим народу жилье» казахстанцы узнают из выпусков новостей. Требования активистов близки тем людям, кто испытывает трудности с выплатами по кредитам. Однако банкиры и чиновники имеют иную точку зрения на эту проблему. Акимат Алматы даже выдает компромат, обнародует списки членов движения, набравших по ипотеке сразу по несколько квартир, и называет их спекулянтами. Когда следствие взяло в разработку Тамару Карпухину и ее окружение, то обратили внимание на Сакена Акимова. Официально он был сотрудником охранной фирмы «Центурион», но выполнял роль вышибалы и криминальной крыши для агентства «Идеал». И у него была белая «Мазда». Из показаний сотрудницы ателье Григорович. Последние недели перед исчезновением Елена заметно нервничала. Как-то выглянув в окно, она испуганно сказала: «Опять эта белая машина? Или у меня уже паранойя начинается?» Я думаю, что Елена решила, что за ней следят. Сакен Акимов оказался весьма разговорчивым подозреваемым. Перспектива быть обвиненным в убийстве Елены Авдеевой его пугала. Сакен признался, что иногда за отдельную плату выполнял очень деликатные поручения Тамары Карпухиной. Например, у Тамары был любовник Андрей Круглов, от которого она в 2007 году родила сына. Женатый мужчина разводиться не собирался, однако дорогие подарки от любовницы принимал с радостью. Тамара подарила Круглову внедорожник «Тойота», а тот отдал его своей жене. Карпухину это взбесило, и она попросила Сакена Акимова организовать подставное ДТП, чтобы разбить дорогостоящий подарок. Акимов этого делать не стал, но за определенную плату осуществлял слежку за Кругловым и даже доставал для ревнивой Тамары распечатку его телефонных переговоров. Только вот денег за эту работу Сакен не получил, потому так охотно и сливал свою начальницу. Следователям Акимов рассказал, что осенью 2007-го Карпухина попросила его организовать слежку, а затем и убийство Елены Авдеевой, мол, слишком много проблем от нее. Сакен согласился, лишь чтобы получить аванс в 10 тысяч долларов, но убивать он ее не собирался. За работу киллера Тамара предложила ему 30 тысяч американской зелени. Из показаний подозреваемого Акимова: «Я не сомневаюсь, что убийство могла совершить Карпухина. Она долго не отставала от меня с этим вопросом, говорила даже, что поднимет ставку. Мне приходилось выключать телефон, чтобы она оставила меня в покое. Но Тамара могла совершить это только в паре с Сибиряковой Лидией или Русланом». У следователей появляются новые подозреваемые – Лидия и Руслан Сибиряковы. С Тамарой Карпухиной они познакомились в далеком 1997 году. Тогда Лидию осудили за хулиганство. Позднее Тамара сама нашла Сибирякову и предложила работу в своем риэлторском агентстве. Муж Лидии, Руслан Сибиряков, также имел судимость. С середины лета 2007 года он тоже начал работать на Тамару Карпухину. Строил ей дачный дом. Благодарная Лидия готова была исполнять любые капризы своей начальницы. Ну, здесь мотивы могут быть, в общем-то, и психологический портрет разный, да, потому что, ну, скорее всего, здесь основным мотивом, конечно, является вознаграждение, потому что речь идет о сумме достаточно такой приличной, вот.
Тут, возможно, женщина, которая находится либо в долгах, либо в каком-то сложном положении, либо просто человек, который до конца не отдает себе отчет в том, что делает, очень сильно поддавшись вот этому вот искушению. И, возможно, если со стороны вышестоящего начальства было обещано, что, опять-таки, никакого наказания не будет, все будет очень, так это, шито-крыто, скажем, сделано, да, то, возможно, человек вот, ну, из-за этих мотивов пошел. Ну и плюс ко всему, конечно, низкие какие-то морально-этические качества. Когда супруга в Сибиряковых задержали, первым показания начал давать Руслан. Он рассказал, что Тамара загнала их с женой в долговую яму, угрожала расправой, а потом предложила в счет списания долга убить человека, Елену Авдееву. Где вы взяли пистолет? Тамара дала. Машину тоже. Руслан Сибиряков написал явку с повинной, в которой подробно рассказал, как он совершил убийство Елены Авдеевой. В тот день, 16 октября 2007 года, они с женой Лидией на автомобиле Mercedes-Benz приехали на улицу Розовую, где их терпеливо ждала Елена Авдеева. Лидия пригласила Елену пересесть в их машину, и они направились к выезду из города, якобы на осмотр дома, предложенного Елене Тамарой Карпухиной. Это нас пересела. Решили ее убить. Да. Вот пистолет, вот где вот до этого лежал? Он лежал вот так, вот он был откинут, и он под ним лежал. Так. Далее, вот когда вы едете? Что когда происходит? Ехали, я его достал отсюда, потому что в Мерседесе тут расстояние. Я его достал, вот так приставил. Произвели выстрел? Да. Теперь... Она, когда выстрел произвел, она откинулась вперед. Вот я произвел. На следственном эксперименте Сибиряков подробно показал, как стрелял в несчастную Лену, но эти его показания полностью опровергались заключениями проведенных экспертиз. Из материалов уголовного дела. Смерть Авдеевой наступила в результате огнестрельных ранений в область грудной клетки, которые могли образоваться от двух выстрелов огнестрельного оружия, что подтверждается застрявшей в ребре пулей калибра 7,65. Расположение потерпевшей и убийцы на момент выстрелов наиболее вероятно было лицом к лицу или близко к этому положению. Выстрелы были произведены не так, как показал Сибиряков, а наоборот, то есть стрелок находился на переднем пассажирском сидении, а жертва на заднем. Почему Руслан Сибиряков оговаривает себя и кто был на месте пассажира в Мерседесе? Женщина суперуверенная в себе, скорее всего, обладающая достаточными связями. Уже на суде Лидия Сибирякова неожиданно меняет показания. Я, по крайней мере, вспомнить не могу и... чтобы женщина у нас здесь стреляла. Нет. Так кто же все-таки убил Елену Авдееву? Узнаете через несколько минут в документальном детективе «Было дело 2000-е». Развязка уже близко. Краткое содержание. В марте 2008-го находят труп Елены Авдеевой, исчезнувшей предыдущей осенью. Женщину застрелили и выбросили в реку. Следователи поднимают старое розыскное дело и вновь отрабатывают окружение директора агентства по продаже недвижимости «Идеал» Тамары Карпухиной. У погибшей был с нею неразрешенный конфликт по поводу проблемных квартиры и дома. Так следствие выходит на Руслана Сибирякова, который пишет явку с повинной. Однако результаты экспертиз опровергают его признание. Позднее Руслан Сибиряков признался, что в момент убийства в «Мерседесе», где застрелили Елену Авдееву, его не было. Он оговорил себя на предварительном следствии, пытаясь смягчить участь своей жены Лидии. Это она согласилась на предложение Тамары убить одну проблемную клиентку за 30 тысяч долларов. Руслан жену отругал, и больше они эту тему не поднимали. А 16 октября Лидия и Тамара Карпухина собрались показать кому-то дом за городом. Женщины выехали на автомобиле Mercedes-Benz, но Карпухина попросила Руслана поехать за ними на джипе, объяснив, что ей потом понадобится эта машина. Сибиряков видел, как в их авто села женщина. Он следовал за ними, стараясь не упускать машину из виду. Но на одном из перекрестков все же отстал от Мерседеса.
Из показаний подозреваемого Сибирякова. Я стал ждать. Через какое-то время мне позвонила Карпухина и сказала, что они находятся на трассе за Дмитриевским мостом. Я подъехал к ним и увидел, что Мерседес находится на обочине, а Лида и Тамара стоят рядом. Я подошел, открыл заднюю дверь машины и увидел на заднем сиденье мертвую, как узнал позднее, Елену Авдееву. Позже начала давать показания Лидия Сибирякова. Она предложила оставить машину с трупом на трассе, но заказчица Карпухина приказала труп скинуть где-нибудь, а от автомобиля избавиться. В салоне Мерседеса оставался пистолет иностранного производства, который Карпухина тут же спрятала в свою сумочку. Женщина супер уверенная в себе, скорее всего, обладающая достаточными связями. Абсолютно уверенная в том, что у нее четко продуманы все ходы, вот, и уверенная в своей безнаказанности. Сибиряков взялся за дело, пересел в Мерседес и съехал с трассы на грунтовую дорогу. Остановившись у реки, он сбросил тело Елены Авдеевой в воду. В тот же день избавились от машины, продав ее на автобрахолке за 1500 долларов. Полицейским удалось установить личность покупателя и даже изъять некоторые запчасти Мерседеса, в том числе и заднее сиденье. Следователям оставалось выяснить главное – кто сидел за рулем, а кто стрелял. Лидия Сибирякова и ее муж Руслан утверждали, что за рулем была именно она. А вот Тамара Карпухина, которую к тому времени задержали, вообще отрицала свою причастность к убийству Елены Авдеевой. Они просто наговаривают на меня. Вы кому верите? Посмотрите в мои добрые, честные глаза. Карпухина настаивала, что у нее есть алиби. В то время, когда совершалось убийство Елены, она находилась в офисе, что подтвердили подчиненные. Неужели? Это биллинг с вашего сотового телефона. Следователь показал Тамаре результаты биллинга ее сотового телефона, по которым было отслежено время и все ее перемещения в день убийства. И это подтверждало, что она была на месте преступления. Дело передали в суд. Всем троим фигурантам, казалось бы, гарантирован срок. Как вдруг на одном из заседаний Лидия Сибирякова заявила, что желает изменить свои показания. Ну, в суде не знаю, почему меняют. Ну, тут же опять надо смотреть. Есть же много там приемов еще в защите. Поэтому тут, ну, иногда защитники тоже используют вот это право, что они могут менять показания и затягивают тем самым следственный вот эти судебный процесс. Есть такое? Ну, я не скажу, что это, наверное, часто, да, но в практике есть такой фудисти. Из показаний подсудимой Сибиряковой. В конце августа 2007-го ко мне подошла женщина и предложила за деньги информировать, что происходит у нас в агентстве «Идеал». В начале сентября она начала расспрашивать о приходящей к нам в офис Елене Авдеевой, а потом предложила убить ее, чтобы подставить Тамару Карпухину, с которой у меня тогда уже были денежные проблемы. Я рассказал об этом предложении Акимову Сакену, который тоже был зол на Тамару из-за денег. Он сказал, что возьмет за это 30 тысяч долларов. Опять 30 тысяч долларов. Новые показания Лидии Сибиряковой не убедили суд. Заказчицей убийства подсудимая назвала Земфиру Ибрагимову, замдиректора ипотечной компании, где Елена кредитовалась. А киллером вышибалу агентства «Идеал» Сакена Акимова. По словам Лидии Сибиряковой, именно Акимов находился с ней в машине и стрелял в Елену Авдееву. Только вот незадача. У мужчины было 100% алиби. 16 октября он находился в служебной командировке за границей. Проверили и Земфиру Ибрагимову, у нее было абсолютное алиби. И главное, не было мотива убивать Елену Авдееву. Ведь у ее фирмы в залоге были дом и квартира, которые незаконно продала Тамара Карпухина. И шансы вернуть деньги за эту недвижимость были только через гражданский суд. Почему вдруг Сибирякова решила выгородить свою благодетельницу Тамару Карпухину, так и осталось непонятным. А вот сама Карпухина до последнего так и не признавала свою вину. Все свидетели, включая свидетели обвинения и защиты, меняли показания неоднократно. Ну, я считаю, что достаточно мало собрано действительно настоящих доказательств по убийству и по всему остальному. Надеюсь на справедливое решение суда. Конечно, я считаю, что я не имею права, но все-таки я хочу попросить прощения у родителей
зелье, Елена. И чтобы суд вынес справедливое решение. За убийство Елены Авдеевой Тамара Карпухина и Лидия Сибирякова получили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. А Руслан Сибиряков отправился за решетку на 15 лет в колонию строгого режима. И все же эта история не о женщинах. Скорее, она о патологической жадности. Ведь как-то Тамара признала Сибиряковой, что ей легче убить, чем отдать деньги Елене. Thank you.